Курчатовском районе мужчина убил собаку на глазах детей. ЧП произошло на улице Островского. Это кадры очевидцев. На них живодер уже уносит мертвое животное. Ну вы даете вообще. По словам местных, издевательства над собакой видели дети. По некоторым данным, мужчина задушил животное из-за того, что оно нападало на детей. Только остальные жильцы уверяют, что пес был дружелюбным. В полиции уже начали проверку по данному факту.